Сейчас посмотрим. Был в Греции летом, купил сыр. О, 02.02.24 года. Сейчас посмотрим, как он сохранился. Вот, смотрите, какой. Он что-то твердый должен быть. Открываем. Надо протереть салфеточкой. Масло сконцентрировалось. Сейчас возьмем. Так. Да, твердый сыр. Реально твердый. Он чем-то напоминает мне пармезан. Попробуем. Ну да. Типа пармезана. Вот. Будем кушать.